Итак, мы подключили трактор Control D2. Что мы видим? Stem Track только на контроллере отображается у нас как 4 дорожки. Почитав информацию от Native Instruments, я понял, что они беспокоятся о производительности компьютера. Именно поэтому они не хотят, чтобы на мониторе компьютера мы видели 4 разных дорожки, потому что компьютеру придется строить 4 разных waveform. Но мощности контроллера якобы позволяют это делать. Соответственно, что мы видим? Первая дорожка – это драм-линия, вторая дорожка – это бас, третья – синты, четвертая – вокал. Что мы можем делать с этими дорожками? Вот у нас есть 4 фейдера. Они отвечают за каждый слой. Кроме этого, у нас есть 4 регулятора. Они у нас отвечают за посыл каждого слоя на фильтр. Фильтр можем мы включить или выключить. Как видно, мы посылаем драм-линию на фильтр, при этом бас у нас не фильтруется. Собственно, вот этот трек у нас загружен в деку А, второй трек у нас загружен в деку C. Также мы видим 4 дорожки, внизу мы видим полную волну трека. Также теперь, когда мы нажали на кнопочку DEC, теперь вот эти фейдеры у нас манипулируют с громкостью слоев у треков DEC C. Ну, собственно, можно также запустить. Начнем, допустим, с драм-партии. При этом, когда мы переключимся на деку А, ничего страшного, что ручки сейчас опущены, потому что контроллер их запомнил выведенными. Для того, чтобы начать что-то с ними делать, нужно их сначала вернуть в это положение, оно изменится на белый цвет, да, и только после этого мы сможем уменьшать какой-то параметр. Все остальные ручки, вот видно, да, они красненькие, то есть они не в том положении, в котором запомнила их дека на треке в деке А. Соответственно, таким вот образом можно манипулировать ими всеми. Ну вот, вкратце, все, что умеет делать трактор Control D2. Более полный туториал, не затрагивая стем формата, мы снимали раньше. Если вам интересно, вы можете найти видеоролик на странице контроллера в нашем интернет-магазине.